Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Так, заберем дерево. У нас еще не все откаты прошли, поэтому поединков будет мало. Я имею в виду на арене, в событии. Но я решил уже просто перед работкой, как говорится, замутить немножко движухи, чтобы потом было немножко попроще нам проходить. Так, здесь тусклый интерь зарабатываем. Давай в то же самое место лети. Так, сардельку. А, все, она полетела. Я что-то не понял, почему я тебя не отправил? А, кривоклык. Грамгильда, что нам тут? Тусклый интерь, все, я понял. Вместе мы сила. Так, беззубик. Опа, шлем, как раз нам этот шлем и нужен был. Так, сейчас посмотрим. Даже у нас еще не все драконы прибыли. Так, давай, давай, давай. Давай мне следующего. Ну, где он у нас там? Забираем. Отправляем. Здесь у нас тоже рыба. Так, он принес мне железо. Так, костолом, я не понял, что ты? Лети за древесиной. Буйволорд. Тоже его отправим. Этот-то будет у меня, нет? Ать! А, хватило! Ребят, хватило, я думал, что нифига. Болтун. Находка для кого-то там. Все, он побежал радостно прокачиваться. Так, лоба. А мистер лоба, лоба. Сразу что-то мне вспоминается. А что здесь, три железа, да? Ну, естественно, три железа, куда там? Куда тебе больше, Рэй? Больше тебе некуда. Так, секунду, сейчас мы еще тут посмотрим. Этот еще не насобирал нужного количества. Тыквеброн. Но, подожди, что? О, да. Мы ему еще один уровень подняли. Ну что, вроде бы шумиха, суета здесь есть. Заберем с тобой одну награду. Давай на рынок мне. На рынок. Все, забрал. Дальше. Забираем наш блестящий янтарь. Две штуки. И еще две на заказ делаем. Плюс надо открыть бесплатный пак. Так, монетки Одина. И здесь крылатый ужас, лаварык, ужасное чудовище. Ну, в принципе, и все. Тут шестеренки, это все фигня. Заберем пак. Шторморез, громоль, кревет, стальной проныра. Активируем последний. Значит, в следующей серии, наверное, можно будет еще и паки пособирать. Так, ну а мы сюда. Начать. Ну что, шлемы, наверное, да? Пускай бесплатно летит. Будем, да, шлемы собирать. И вот так вот потихоньку-потихоньку что-нибудь, да, насобираем. Так, Йохан, у тебя что там есть? Вот эта, по идее, штука нужна нам, да? Ну, ты посмотри, ценник. 1500 рун. 1500 рун. Я не могу себе такого позволить. Ну, а мы... Сколько у нас там, ребят? Три энергии только лишь накатилось. Накопилось. Значит, три поединка мы сделаем. Ну, пускай даже немножечко, но все-таки хоть какое-то продвижение да будет. Само собой, если бы не работа, я бы не стал бы тут одно место рвать. Подождал бы, накопил бы, потом бы все это сделал в совокупности, но нет.
добивай. Давай вот так вот сделаем. С понижением, как говорится, защиты. Куда ты лезешь, а? Супостат. Добиваем. А, тут три волны. Ё-моё, три волны, ребят. Я думал, две. О-оу. Так, тогда надо нам аккуратнее. А я тут уже на расслабоне. Так, не трогай бар... Дай бог сейчас уничтожит, а? А он может. Красавчик, добил его. Ну что, Громорок, да он ничего не сделал. Ну, ударит он. Максимум, что он может сделать. Хильнемся. Твою налево, какой жирный, а? Ну, правильно, он танк. Он маленький танк. Последняя, третья волна. Их тут двое. Ужасное чудовище надо валить. Хотя, подожди, не факт. Этот супостат тоже еще тот жук. Он у нас ворует энергию. Он у нас ворует энергию. Ты смотри. Фаербольчик зарядил. Так, ужасное чудовище ничего здесь особого не сделает пока. Энергии у него мало. А мы его распишем сейчас. Все. Первая наша рулетка на сегодня. И нам выпадает прилив сил. Спасибо. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. У нас идет мини-босс. 250 рун, кстати, конечно, у нас награда. И что, сплошная тишина? Как же я обожаю, а? Тишину эту, в кавычках. Слушай, ну первый поединок будет изи, потому что, во-первых, он один. И у него атаки не такие страшные, потому что это страж. Стражи обычно, они жирные, но атаки у них не особо мощные. Поэтому разбирается он здесь на изи. Вот здесь опасность представляет вот этот парень. Престиголовый. Лишь по одной причине, что у него есть массовая атака фаербол. Причем довольно такая мощная. Так, ну я вижу вообще все, да? Музыка закончилась. Закончен бал. Погасли свечи. Ладно, меня это нисколечко не смущает. Мне что с музыкой, что в полной тишине, что под звуки барабанов проходить без разницы, когда и как. Так, звезданем. Так, что он? Ну, он ничего уже не сделает. Не хильнется, не восстановится. А мы его пробиваем. И последний. Ужасное чудовище плюс громобой. Само собой, с ужасного начнем. Тем более, громобой зеленый у нас. То есть, страж. Со слабой атакой. Плюс у него одиночка. Ульта. Это вот у... Как его звать-то? У темно такого синего громобоя, который с очками на глазах тут. Тот, да, тот парень мощный, а этот... Так, разминочный, так скажем. Сейчас мы его кусанем. Но он, да, но он жирный, потому что это еще к тому же и мини-босс. Об этом не забывайте. Ну что, пришла пора его добить. И тут нам выпадает, да ладно, три прилива сил. Ух, шикарно. Так, и забираем мы ареновский пак. Что там нам из него выпадет? Шторморез, громобой, кревет. И все. Шторморез, громобой, кревет. Мне здесь немножко обидно, что я не могу никого отправить за железом. А железо у нас уже... 1000 есть, а нам нужно почти 2000. Ну, помимо этой 1000 еще, да? Потому что 2900. А, нет, 2900. Да? 2000 почти надо. Трэш, просто трэш.
Ладно, давай допройдем последний поединок на событии. Тут, как ты видишь, обычный будет бой. Ну, этих будет все равно три волны. Но радует то, что первая волна у нас состоит всего лишь из одного дракона. И это у нас сородич шепота. Добьем? Добьем. Так, здесь с ужасного начнем. Бомби давай. Ах, я думал, что добьем. Я думал, что мы его сейчас уничтожим, но не тут-то было. Давай через отхил. Что он будет делать? Ничего, я думал, он хиляться будет. Но нет, не стал он. Тогда до свидания. Так, последняя у нас здесь битва. Ну. Вот так вот, да, значит, вы делаете? Вот так вот вы, значит, делаете. Все, я понял вас. Давай хиляться. Укус. Ну, ты сам понимаешь, да? Ну что, оглушит, да. Оглушит. Но это его не спасет. Вообще никоим образом. Потому что мы сейчас его добьем. Барсик, добьешь его, а? Не, Барсик слабоват. Вот так сделаем. Крутанули рулетку, забрали три плода мудрости. Игра просто сегодня в шоке у нас. Такие подарки нам раздает. Божественные. Все, ребята, энергия, к сожалению, у меня закончилась. Блин, жалко, что я, конечно, этого парня не могу никуда отправить. И рад бы, но энергии нету. Если только вот так вот сделать. Да и то этого мало. Сколько это? 274. Ну, мало, мало. А взять мне больше не... Ну, хотя вот здесь вот, если... Отправляем его обратно. Так, 356. Сейчас посмотрю. 356, по-моему, должно хватить. Да. С горем пополам как-то натянули, да? Ну все, ребятушки, на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.